Федеральный апелляционный суд 11 округа США вынес решение по иску об 11-метровом христианском кресте, установленном более 75 лет назад в одном из парков Пенсаколы, штат Флорида, сообщает портал Victory со ссылкой на Christian Post. Суд постановил оставить христианский крест. В 2016 году Фонд свободы от религии и Американская гуманистическая ассоциация заявили о неконституционности нахождения этого монумента на принадлежащей государству территории. Истцы выиграли процесс на уровне округа, после чего ответчики опротестовали решение в Федеральном апелляционном суде. По мнению судьи Кевина Ньюсома, крест, возведенный в общественном парке жителями Пенсаколы в 1941 году перед вступлением США во Вторую мировую войну, со временем превратился в нейтральный символ, не нарушающий положение Конституции о разделении государства и церкви.